Друзья, всем привет! С вами Геленджик Лайф, меня зовут Виктория. Сегодня мы с вами проведем экскурсию по набережной нашего любимого города. Итак, первая достопримечательность, которая нам встречается, это Геленджикский створный маяк. Он был основан 19 августа 1897 года. Высота башни 13 метров, а свет маяка виден на 9 миль морских. Так что светит он у нас далеко и ярко. Хочется отметить, что данный маяк, он закрыт для посещения. Касается одной стеной с жилой частью дома. И его особенностью является то, что когда корабль заходит в Геленджикскую бухту, его встречает свет этого створного маяка. Если корабль отклоняется от курса, то он светит ему красным. Если же корабль идет в нужном ему направлении, то свет маяка становится зеленым. Это его такая интересная особенность. Посмотреть на нее можно ночью. Вход на территорию для посторонних запрещен, экскурсии здесь не проводят, но благодаря QR-коду вы можете зайти через свой гаджет и выйти на сайт и узнать много интересного об этом месте. Проехав буквально несколько метров, вы останавливаетесь у скульптуры маячнику. Торжественное открытие данного памятника состоялось 4 июня 2011 года. Располагается он, как я уже и сказала, рядом со створным старым маяком. Это единственный в России памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка. Весом он около 600 килограмм, высотой 2 метра и выполнен из бронзы. Рядом с маячником стоит его верный пес. Судя по тому, как вытерта труба маячника, существует поверье о том, что если вы потрогаете его подзорную трубу, то это к счастью, а также это значит, что вы найдете свой путь в жизни. Ну а собака всегда олицетворяла дружбу и верность. Вот такая замечательная скульптура смотрит в сторону акватории Геленджикской бухты. Смотрит на тонкий и на толстый мыс. Когда-то раньше в этом месте находился цементный завод. И как раз-таки маяк створный, который здесь находится, был создан для того, чтобы корабли могли сюда пришвартовываться и увозить цемент. Возле пляжа Красной Талки расположился памятник коту ученому. Открыт он был 6 июня 2008 года и приурочен ко дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Скульптура ростом 1,5 метра расположена в центральной части под раскидистым дубом. Сзади виднеется золотая цепь. Кот ученый у нас выполнен из бронзы, а его скульптурную композицию дополняет цепь и русалка, которая 8 килограмм всего весит. Сделана она из медного листа, внутри полая, чтобы не навредить ни дереву своим весом, ни упасть на какого-нибудь нерадивого отдыхающего, который захочет ее за хвостик дернуть. С наступлением заката это место подсвечивается, и здесь можно сделать прекрасные фотографии себе на память о нашем классном городе Геленджике. Возле кафе «Санта-Фе» расположилась композиция «Асоль и алые паруса». Асоль смотрит в сторону моря, смотря на прекрасную бухту и на корабль Грея, своего капитана. Итак, эта скульптура высотой 2 метра, отлита она из бронзы, и есть поверье, что нужно подержать Асоль за руку, загадать желание, которое непременно сбудется. Несколько лет назад композиция «Алые паруса» была дополнена Александром Степановичем Грином и его потрясающей скульптурой из бронзы. Можно сказать, что он является окончанием композиции «Алые паруса». А эта скульптурная композиция называется «Акулы». Она была создана год назад
и пользуется огромной популярностью у детишек, потому что является отличной селфи-зоной. Если сказать по правде, я обожаю эту скульптуру, она является одной из самых моих любимых, потому что мне нравятся акулы, мне нравится животный мир, и я люблю море. А эта скульптура Евгению Киселю, уроженца города Геленджика, который с 1998 года по 2002 год занимал должность заместителя главы администрации. Бронзовый памятник был установлен на территории курорта, в развитии которого Евгений Корнеевич принимал активное участие. Именно он инициировал его возрождение. Скульптура выполнена в полный рост. Правой рукой он опирается на балюстраду, копию геленджикской балюстрады, с гордостью осматривая Геленджикскую бухту. На балюстраде лежит летняя фуражка, напоминая нам о гражданской авиации, которой Евгений Корнеевич посвятил 35 лет своей жизни. В левой руке находится книга, посвященная сотрудничеству СССР и Индии в области гражданской авиации. Хотя этот фонтан не является какой-то особенной достопримечательностью, он является одним из самых любимых фонтанов, которые располагаются на набережной города Геленджика. Я его просто обожаю. Обожаю приходить сюда смотреть на то, как он подсвечивается вечером, или в летнюю жару находиться в тени прекрасных пицунских сосен и смотреть на плескающиеся струи воды. Напротив располагается памятник 90 борцам, павшим за власть Советов в Геленджике. Она представляет собой высокий постамент конусовидной формы с широким основанием и острой вершиной. На вершине памятника стоят три фигуры, символизирующие единый народ. Это крестьянин, рабочий и матрос. На гранях постамента имеются надписи. С одной стороны можно увидеть фамилии, возрасты, должности борцов, которые погибли за власть Советской Республики, а с другой стороны написана «Вечная память 90 борцам». Также имеется надпись, как последние слова героям: «Вы умерли за лучшее будущее рабочих и крестьян. Ваш последний завет – прогнать тиранов и установить советскую власть. Мы осуществили. Владыкой мира будет труд». Ну и заканчивает нашу первую часть про достопримечательности на набережной Белоснежная арка любви. Она является одним из самых узнаваемых символов города, как бы открывая собой вход на Лермонтовский бульвар. Находится она на пересечении улиц Садовой и Лермонтовского бульвара у выхода к Черному морю. Изящная арка напоминает по форме парящую птицу и является символом объединения двух любящих сердец. Очень романтическое место на курорте Краснодарского края. Ну а с вами был Геленджик Лайф. Если вам понравилось наше видео, то поддержите его лайком, комментарием. Подписывайтесь к нам на канал. Будет еще много всего интересного.